Королева спорта. Так вполне справедливо называют легкую атлетику. Многие спортсмены в нашем районе являются ее преданными поклонниками. В этом мы еще раз убедились, побывав на соревнованиях в Центре спортивной подготовки «Олимпиец». Легкоатлеты из первой детско-юношеской спортшколы имени Станислава Терентьевича Шевченко и спортивной школы имени Владимира Викторовича Симоненко приняли участие в чемпионате и первенстве Славянского района по легкой атлетике. Эти соревнования подводят итоги работы за прошедший год. Целый год упорных тренировок приносит свои плоды. Проводим практически все, что можем провести, это бег, прыжки, метание. То есть бег 60 метров, 50 метров, толкание ядра, метание диска, метание копья, прыжки с шестом, прыжки в длину, прыжки в высоту. Ребята выбрали здоровый образ жизни, они увлечены спортом и при постоянном содействии опытных наставников надеются на улучшение своих результатов. Я занимаюсь прыжками с шестом уже целых 3 года. Я достиг высоких результатов. Мне не хватило 10 сантиметров, чтобы выполнить кандидата в мастера спорта, но я уверен, что на этих соревнованиях, может, и следующих я его выполню. Этот вид спорта требует очень сильной физической подготовки, так как надо быстро бежать, сгибать шест, разгибаться по нему, чтобы перепрыгнуть через планку. Сергей Турчанов стал вторым в прыжках с шестом среди юниоров, а победил в этой возрастной категории Дмитрий Ткаченко. Лидером среди мужчин-шестовиков стал Александр Грипич. В ходе соревнований было показано немало достойных результатов. Лучшие юные спортсмены средней возрастной категории продолжат соперничество на краевых состязаниях. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».